Был задан вопрос по поводу, чтобы я немножко рассказал про ады. Вот, но на самом деле тема такая, про нее очень много написано, поэтому могу только про ады сказать, что их всего существует четыре, они делятся по планам. Вот, лучше туда не попадать. И кто попадает в ады 100%? Ну, первое, кто 100% после смерти попадает в ады, это убийцы своих родителей. Хотя бы если одного убил, своего родителя, то попадает в ад. Убийца освобожденного, ну, того человека, который освободился от колеса сансары, тоже автоматически попадает в ад. А тот, кто причинил вред Будде, попадает в ад. И самоубийца, ну, в большинстве своем попадает в ад. Вот. Все остальные случаи, там как бы они могут попасть, могут не попасть. Это уже зависит от того, какая манифестирует карма в последний момент их жизни. Вот. Но я хотел на самом деле поговорить немножко о других планах существования по поводу не только адов. Вот, что существуют еще и другие планы существования. Ну, человеческий план мы знаем, про него рассказывать не надо. То есть это воплощенные в человеческой форме. Не обязательно это люди, это могут быть другие живые существа, но те, которые рождаются из утробы матери. Вот, и обладают, имеющие форму, как человек. Вот, план животных тоже вы знаете, его не надо описывать. Вот. И есть план, ну, буддийский преттов или привидений. Вот эти все планы, животные, привидения, ады, это все планы находятся ниже человеческого плана, и там очень большие страдания испытывают те души, которые туда попадают. Ну, естественно, чем ниже план, тем больше страданий. Вот. Но помимо этого существуют еще планы выше человеческого. Это шесть планов дваических, где как раз пребывают и святые пребывают там, и люди, которые вели хороший образ жизни, правильный образ жизни. Их еще в христианстве называют планами ангельскими, да, то есть рай, как бы рай, да, называется. Вот. И еще существует 21 план существования. Это над этими шестью планами находится. Ну, туда обычно попадают те, которые занимаются практиками такими серьезными, такие как йоги, которые глубинными медитациями занимаются. Они обычно попадают на эти высшие планы. Обычные смертные попадают, если они ведут правильный образ жизни, обычно вот в шесть нижних миров. Ну, имеется в виду выше человеческого плана, я имею в виду вот эти дваические планы, на один из дваических планов после смерти. Но здесь тоже нельзя забывать такой момент, что на каждом плане существования мы живем жизнь, и она имеет определенное время и начало и конец. Поэтому здесь, как говорится, если вы попадаете в двоический план, вы живете там жизнь, потом после смерти, в зависимости от манифестации вашей кармы, вы можете попасть в любой из других миров, в том числе и в человеческие планы, ниже человеческого плана, ну и выше, соответственно. Поэтому здесь вот этот момент очень важен, какую жизнь вы живете и какая карма манифестирует последний момент жизни, и это определит вашу следующую жизнь. Поэтому вы можете стать человеком, вы можете попасть в планы выше человеческого или попасть в планы ниже человеческого. Все зависит от вашей жизни, от ваших устремлений, от вашей кармы. Так что живите правильно.